Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. В предстоящие сутки Курганская область, как и весь Средний Урал, останется в зоне действия ненастного циклонического вихря. Его потоки принесут в регион прохладные арктические воздушные массы. В Тюмени плюс 15-17, кратковременный дождь. В Челябинске 20-22, кратковременный дождь, гроза. В Екатеринбурге 19-21, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22. Атмосферное давление понизится, днем начнет расти. 3 июля солнечная активность умеренная, гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!